Добрый день, дорогие друзья! Всех вас с праздником! 23 февраля, с Днем Защитника Отечества! Спасибо всем заранее за поздравления! У нас, в общем, сегодня небольшое ЧП произошло насчет Алитки. Я, в общем, подхожу к вольеру, а у нее, видите, с той стороны на шее кровь. Я не понял сначала, думал, может, вымазалась где-то. Ляж, лежать. Давай покажем. Лежать. Здесь начал смотреть. Дай покажу. Дай. Сейчас покажу. Подожди, лежать. В общем, начал смотреть, а там у нее дырка. Ну-ка. Тихо. Дай посмотрю. Вот, видите? Лежать, сказал. Лежать. Алита. В общем, не знаю, видно будет, нет. В общем, вон. Аж до мяса. В общем, она не лежит, не хочет лежать. Дай посмотрю. Лежать. Вот. Лежать. Стой. Короче, вон там прям видно, что прокус в шее. Это, наверное, сакелы они так доигрались. Доигралась Алита. Ну что, тебе надо, блин, рану пойти обрабатывать. Так не пойдет. Может, и зашивать там придется. Но вроде бы уже кровотечение остановилось. Все там подмерзло, так подсохло. Но дырка есть. Дай посмотрите. Дай посмотрю, стой. Стой. Тебя-то кело теперь отсаживать надо. Забучила ты его, наверное. Он грызут косточки, я им покупал. Большие. Для зубов. Пойдем внутри посмотрим. Завел дом, чтобы осмотреть еще раз ее полностью. Вот не дается вообще. Прям вообще не дается. Кусается. Все. Больно, понимаю, больно. Алит. Вот за многие годы, сколько у меня кела, он ни разу ни одну суку не обидел. В плане вот так жестко. А здесь я смотрю, прям шея. Сейчас я вам покажу, вон она от боли. Ей больно. Давай, иди сюда. Давай покажу. Надо посмотреть. Дай. Все, тихо. Больно, да, больно. Надо посмотреть, все равно сейчас обрабатывать буду. Неудобно вот снимать так вам и показывать. И, конечно, я не засниму, где я что обработал. Хотел просто посмотреть. Тихо. Покажи. Ну ты вообще. Так, где? Вон она. Открытая вон. Все, иди сюда. Алитка, как ты еще, блин, тебе повезло, блин, а? Что ж тебе так, вон она открыто гниет. Ну, не гниет, а как бы корочка типа начинает, как бы гниение. Сейчас обработаем. Получила ты, короче, тебе что-то достается, Алит, в последнее время. Наверное, то, что ты такая наглая, да, Алит? Вон она открыто гниет. Ну все, сейчас обработаю тебя. Просто не пойму, две что ли дырки, как будто две дырки у нее там. Вот, да, первая поистекала. Вон она. Думаю, вам видно ее. Да. Ну вот аптечка моя с урингулектор мама передавала. Сейчас мы тебя полечим, Алита. И в отдельный вольер теперь на реабилитацию. Акела тебя кусанул нормально. Походу ты его там сильно разозлила. Видите, нельзя посмотреть. Камер нету.
видеонаблюдений. Вон, видишь, клоки повыдирал тебе. Капец, блин. Весь внешний вид это. Ну, задиристая, потому что сама, знаете же ее, Алитка. Ничего, сейчас тебя обработаем. Хвост отпустила. Чувствует себя волчицей. Обработал ей рану. Визжит, пищит, не дается. Зашивать не поеду. Посмотрю сейчас, как она. Если через пару дней корочкой покроется, то не поеду зашивать. Если не покроется, то поедем зашивать. И вроде бы не сочится кровь, все нормально. Немножко гноится там. Ну, теперь хвостик закрученный. Иди сюда, еще тебе пообрабатываю. Алитка, не лезь туда. Давайте посмотрим, как Алита выполняет команды. Алита, Алита, ко мне, иди сюда. Молодец, сидеть, сидеть. Умница, на. Вот, умница. Дай лап, дай лап. Лапу, вот, молодец. Голос, голос. Молодец. Вот, молодец. Так, и последний у нас. Сейчас мы возьмем вот такую вот штучку ей для зубов. Так, я сюда. Ой, а ты иди туда садись. Уйди отсюда, уйди. Вот у нас косточка. Вот Алита. Ждем. Ждем, пока скажу, можно. Что ты отворачиваешься? Не хочешь смотреть даже на нее? Алита, взять. Взять можно. Ай, молодец. Молодец. Сегодня ролик большей части посвящается Алите. Она у нас сегодня жертва. Ну то как ты так вообще разозлила Акелу, что он тебя так цапанул? Он тоже, Диман, заходил когда к братишу. Смотрите, он сапоги братиш порвал. Волонтер наш. Ну и так, сутки вообще белоснежные. Ну да, куда ты? Я же не заберу у тебя. Да? Алита, покажи зубы свои. Зубы покажи. Алита, куда пошла? Зубы покажи свои. Зубы, иди сюда. Зубы покажи. Зубы, покажи зубы. Покажи зубы. Алита, ну покажи зубы. Покажи зубы. Зубы. Вой, зубы какие. Во, какие зубы у тебя. Ну, я вам скажу, у нее уже поведение, характер начинает меняться. Такая своенравная становится. Делает все по-своему, как ей нравится. Ну, хорошо, что не рычит еще, когда я ее держу. Где-то сейчас капли в глаза капал тоже. Для профилактики там от конъюнктивита. Поэтому... нормально, но меняется, меняется поведение, такая становится уже взрослая, соображает вообще прям очень хорошо. Ну что, Акела, за Алиткой теперь скучаешь, разбойник? Калечишь ее? Сегодня прохладно, метель, ветер сильный.
Вчера был разгрузочный день, сутки без кормежки. Сейчас обход делал, думал найду, может, кровь, где они дрались. Вон, смотрите, птички прям. Ну как где дрались, где Акела прокусил Алиту. Вон тут целый зверинец. Да, Акелыч? Вон они-то какие. Ты чё, тайга, тайга? Чё это за дела? Тайга, тайга, иди сюда. Нельзя, тайга, отпусти. Нельзя. Вот молодец, иди сюда. Вот такие, смотрите, вот. Уже прогрызло сколько. Понятно, все, тайга с тобой. В общем, нигде я не нашел крови. Может, уже замело за ночь. Скорее всего, пока никаких следов не вижу. Так, Акела туда-сюда охотится за мной. Посмотрим. Залезет он, не залезет сюда. Слушайте, здесь вообще темно. Вот это второе. Все, ждем Акелу. Заходи, заходи, Акел. Если что, заходи. Не хочется ходить, пока я здесь. Не доверяет. Это тут пригрелось. Тайга закапала и глазки. Спокойно дается. Вот так здесь, в этой части. Вот заход. Здесь так раскидано сено, а здесь прям утрамбовано. И вон тайга там лежит. Щели еще не запенивали. Закрывать будем это, если что, ближе к лету. Чтоб не было здесь никого. Он метит все, даже в будке. Чтоб запах его оставался. Пошел снег. Сегодня в Санкт-Петербурге настоящая зима. 23 февраля. Минус 12 где-то.
еще не решается подойти. Все ходит вокруг меня, ходит.